И начнем с печальной новости. В Барселоне на 86-м году жизни умерла одна из величайших оперных певиц современности Монсеррат Кабалье. Известно, что в последнее время оперная дива страдала от проблем с желчным пузырем. По информации источников, похороны певицы состоятся в понедельник. Широчайший диапазон голоса, непревзойденное мастерство и яркий темперамент Монсеррат Кабалье покорили главные сцены ведущих театров планеты. Знаменитая певица сопрано известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх «Россини», «Беллини» и «Доницетти». В огромном репертуаре непревзойденной оперной дивы около 800 камерных произведений более чем в 120 операх. Самым знаменитым творением Монсеррат Кабалье на эстраде стала песня «Барселона», записанная солистом группы Queen Фредди Меркьюри.